Сегодня мы хороним политический труп самого одиозного политика Майдана Виктора Ющенко. От чего он умер? Он никак не мог понять, почему, если ты предал всех, когда-нибудь и предадут и тебя. Он всеми силами стремился разъединить наши народы, но так и не смог понять, что же на самом деле их объединяет. Он резал по-живому и не понимал, почему течет кровь. Он умер от огорчения бессмысленных страданий. Сегодня мы прощаем его за то, что он пытался вбить клин между нашими народами, потому что это невозможно. Сегодня мы хоронили политический труп Виктора Ющенко, полностью обанкротившегося политика. Это мероприятие было приурочено к саммиту стран НАТО, где ему еще раз показали, что на самом деле Украину в НАТО никто не ждет, и весь тот курс на интеграцию в Европу, о котором он говорил, и ради которого он ломал через колено всю Южную и Восточную Украину, он полностью провалился. Ющенко теперь политический труп и банкрот. И мы, собственно говоря, решили этот труп похоронить. Вот, сначала мы устроили некую гражданскую панихиду около посольства Украины в Москве. После этого мы поехали и вот здесь, на газоне рядом с гостиницей «Украина», около памятника Тараса Шевченко, и похоронили политический труп Виктора Ющенко.